24 по 27 октября в ЦВК «Экспоцентр» Москва проходит международная специализированная выставка «Технофорум-2022». В этом году на стенде про технологии 1F40 в павильоне номер 1 представлены 4 новинки. Полуавтоматический ленточнопильный станок маятникового типа Protech BS500DSA1. Гидравлический профилегибочный станок с ЧПУ Akiapak APK50. Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ QuickTech I42 Eco. Автоматическая линия штамповки собственного производства компании «Протехнология». Наши специалисты будут рады ответить на все интересующие вопросы. До встречи на стенде «Протехнология».